Вышел из тюрьмы и взялся за старое. Очередного наркоторговца задержали сотрудники ангарского ОБНОН при содействии фонда «Город без наркотиков». Оперативникам этот дилер хорошо знаком. Операция по его поимке проводилась 9 лет назад. Тогда сбытчик героина получил реальный срок. Недавно ангарчанин освободился и стал продавать зелье в старой части города. Нашли человека, которому он продаст из рук в руки, сделали у него контрольную закупку. После сбыта задержали его на его автомашине Toyota Caldina, изъяли около 2 грамм героина и там 7 тысяч рублей, в том числе и от сбыта. В настоящее время находится под стражей. До недавнего времени он задерживался сотрудниками госнаркоконтроля, но был отпущен на подписку о невыезде. Это уже не первый случай, когда сотрудники ОБНОН с нашей помощью задерживают наркоторговцев, которые задерживались сотрудниками госнаркоконтроля и потом находились на подписке о невыезде. Мужчина неоднократно судим за распространение наркотиков и убийство. Теперь ему грозит третий срок.